spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Компания Norfin хорошо известна как производитель экипировки для активного отдыха, например, рыбалки, охоты или туризма. И сегодня в нашем обзоре представлены трекинговые ботинки, изготовленные из дышащего материала и предназначенные как для теплой погоды, так и межсезонья. Модель называется Scout. Давайте поближе ее рассмотрим. Эта обувь обладает современным дизайном и к тому же достаточно легкая. Вес одного ботинка равен приблизительно 600 граммов. Такая характеристика очень важна, если вы планируете длительные переходы, особенно по пересеченной местности. С целью обеспечить вентиляцию ноги, верх скаута делается из мембранного материала, который не пропускает влагу вовнутрь, но в то же время выводит наружу излишки тепла и образовавшийся конденсат. С внутренней стороны применяется легкий утеплитель с дышащими свойствами под названием Tinsulate. Сзади мы видим тканевую петлю, с помощью которой облегчается процесс одевания ботинка. Чтобы плотно зафиксировать ногу и таким образом защитить голеностоп от возможных травм, спереди имеется удобная шнуровка. В нижней части шнурки проходят через 4 пары держателей, а выше расположены 3 пары надежных крючков. Еще отметим жесткие вставки в зоне пятки и носка. Благодаря им снижается риск ушибов ноги об камни. Подошва комбинированная. Современный материал EVA придает ей амортизирующие свойства, а резина добавляет противоскользящий эффект. В целом протектор высокий, с ярко выраженным рисунком. В такой обуви будет удобно передвигаться практически по любому грунту. Внутри имеется анатомическая стелька. Ее нижняя часть сделана из мягкого и эластичного материала. Верх тканевый. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.